Поступил вопрос, почему не работает меню «Мои курсы». Проверяем. Авторизуюсь через логин и пароль демонстрационного участника. Смотрю меню «Мои курсы». Тот курс, на который записан этот участник, показывается. Делаю еще раз. Выход. Снова вход. И снова вижу мои курсы. И так будет бесконечно. Я прошу любого из всех тех, у кого это не работает, связаться со мной и показать, например, в скайпе, что это действительно не работает. Я пока не вижу никаких проблем с меню мои курсы. Меню структура сайта никак не связана с авторизацией.